City here? Si yo trabajar aquí, carrito, ayudar gente. I know, ya знаю. Right, your job, yeah? Okay. Help. Claro, ayudar gente. Yeah, yes. Okay. They're good. Which city here? Atogo. Atogo, this Atogo, no? San Cruz. Esto es Chafira. Chafira, El Chafira. Chafira. El Chafira, huh? Esto es Chafira. Chafira. You live in Chafira? Chafira. You, yeah? No, yo San Isidro. San Isidro, ah, okay. San Isidro, I know San Isidro. Okay. What is your name? Your name? Nombre. Pedro. Okay, nombre Pedro. Anzor. Tú? Anzor, oh. Yeah. Okay. Claro. Good luck, Pedro. Ну, вот так вот. Педро зарабатывает, я уже про него чуть-чуть говорил, но еще раз скажу. Педро стоит около входа, вот этот магазин Меркадона, и помогает подвозить разные коляски. Ну, вот эти вот с продуктами, которые, когда человек выходит, он помогает донести. И в этих колясках, там, когда их ставишь, там 1 евро или 50 центов туда надо втыкать, чтобы взять коляску. И он эту коляску обратно везет, и за это вот эти копейки получает. Ну, как копейки, если он в день, допустим, 30 человек привезет, то 30 евро он, ну, 30 евро, 20 евро примерно имеет. Сложно сказать, какой у него заработок. Конечно, можно с ним поговорить, узнать, но, в общем, ситуация такая, что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на Канарских островах.